Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Что, давайте, наверное, по допочкам походим, а то мы все по сюжету да по сюжету херачим. Что это такое, блядь, секретные материалы? Сандра Дорсет, это же та тёлка, которую ты спас от мусорщиков, дай человеку палец, он всю руку откусит. Наверное, на этом модуле какая-то очень важная память, раз она не захотела работать с фиксером. Даже интересно стало, посмотришь или будешь играть по правилам. Королева автострад, зареанимация. А, Деламейн. У его приятеля Деламейн, кажется, какие-то личные проблемы. Во, давай с ним, блин. С ним ему поможем, короче. И вообще, где моя тачка? Мне надо машину еще забрать. Хотя мне на мотоцикле больше нравится. Куда ты бежишь, блин, под колеса, блядь? Это как в жизни, блядь, пешеходы бегут, блядь. Под колеса, блядь. На пешеходном переходе. А сейчас успею перебежать, блядь. Бах, и все, блядь. И перебежал, блядь. На больничную койку, блядь. В лучшем случае. Не делай так, не делай. Лучше подождать, блядь, постоять. Потом спокойненько перейти, чем вот это вот. Успею, успею, блядь. Раз, два и хренакс, страх, бах и все, блядь. Это очень на мою машину похоже, кстати говоря. Но это не она. Здесь очень много похожих машин, так же, как и людей. В такой же игре было прям что это, короче... Рожи почти у всех одинаковые. Прошлой осенью я ее проходил. РПГшка какая-то, блин. Как же ее? Там еще остров был, где там туземцы жили, блин. Мы туда приплыли, там это деревья, блин, живые были. Как же она называлась-то? Да, блин. Вспомню, скажу. Вот там такая херня была. У всех рожи одинаковые почти что. В этом еще было, в Days Gone, блин. Когда там чуваков спасаешь на улице. У них тоже у всех одинаковые рожи. Где лагерь? Скажи мне, да-да, я туда пойду, блин. Неужели трудно, блин? Сейчас столько возможностей, эти сети всякие нейронные, блин. Сделать, блин, разные рожи. Людей же с одинаковым лицом не бывает. Хотя есть такая вероятность, я слышал, что где-то на Земле у каждого есть двойник, типа. Все возможно. Представляешь, козел. Да не падай в обморок, ты чё? Блять, они так забавно здесь. Ты не в нее не врезался. Ой, блядь. В обморок падает тут же. Я ж забыл, блин. Чё, на чем я остановился? Так, на тротуаре нельзя парковаться, но мне насрать. Вот запомни эту тетку. Мы ее встретим еще не раз. Чё-то какие-то уставшие все. Ты меня слышишь? А ты чё тут, блин, все время зависаешь? Он постоянно тут околачивается. Что делать-то, блин? Я же не пройду туда. Так, попасть в офис Деламейна. Как в него попасть-то? Выключить. А у меня не хватает техники, чтобы эту херню выключить. И что делать, как туда попасть? Ну-ка. Контроль камеру выключить удаленно. Так, готово. Допустим. Что ты мне предлагаешь, блин? Че толку-то, что я ее выключил? Я здесь, короче, не пройду. Пошли попробуем где-то с другого входа, что ли, зайти. Не знаю, может, есть такой.
Хотя я не уверен, бля. Это гараж, да? Можно как-то... Фига, блядь, дискач у кого-то. Какие-то карты, блядь. Когда мне карты? Продавать их, что ли? Макс Док версия 2. Мгновенно восстанавливает 60% здоровья, нифига. Круто. Так, ну-ка, бля. И чё? На крышу залез, чё дальше? Можно как-то внутрь-то пробраться? Выход. Опа. Ништяк. Так. В туалет, блин. Провалился. Секс и хром. Получается секс-хром. Не хром, блин. Чувак, ты где, блин? Чё с тобой? Чё тут происходит? Блин? Применить. А зачем это? Ну-ка. Новый бонус. Новогодний бонус. Новый год же скоро. Дорогие коллеги, от имени дирекции вынужден на уведомить вас, что в этом году новогодняя премия выплачена не будет. Охренеть, вот этот бонус, блядь. Короче, неинтересно. Письма всякие. Да. Надо технику еще прокачивать. И чё? Не сюда? Введите код, блин. Обыскать офис, найти способ открыть дверь. Какую дверь, блядь, открыть? Я уже проник сюда. Код, блядь, говоришь, да? Может, здесь будет? Что у вас происходит на дорогах? На что-то отпало, да? Ты не в курсе? Так, это... Приятный подарок в новом году. Так, ремонтные дроны. Опять увольнение. Павел О. Я следующий. И тут всех увольняют, блядь. Премии не платят. Ну как у нас. Такая же херня. Хочу лишь молиться за собой. Без шансов. Бля. Блин. Можно еще и в сеть зайти. А нахер мне эта сеть-то? Ёшкин кот, а где? Где взять? СССР. Гость. Это то же самое. Все то же самое. Где мне взять пароль, блин? От гребаного компа. Саясил какой-то. Саясил, блин. А здесь не зайдешь. Я что-то не знаю. Здорово, чувак. Заблокировано. Деламейн. Это ж он. Открыть силой, блять. У меня ни силы не хватает, ничего. И что делать? Обыскать офис, найти способ открыть дверь. Блять, я обыскал. Ничего не нашел. К сожалению. Не-не, убери. Чувак. Ничего не могу, цель не подвержена взлому. Ну понятно, блядь. Пу, а что делать-то, блядь? Я что-то в замешательстве. Здесь нет нихера, блядь. Компах. Цель, блядь. Да нет, все то же самое. Новости, блядь, какая-то херня с спойтер... Ничего полезного не вижу. Прими техническое умение. Блин, у меня по одному не хватает, представляешь, блядь. И как же быть-то в таких случаях? Может, катану достать? Или клинки богомолом? Расхерачить тут нахер все. Ну-ка, блядь. Вот ты же открываешься. Ты же зеленым горишь. Чего не открываешься-то, блядь?
Где это, блядь? Сука, где пароль взять? Я не понимаю ни хера, блядь. Да убери. Может, тут где-то записан, блядь. Да ну нахрен, блядь, мелким шрифтом бы они не стали писать, блядь. Отвлечение врагов. Да нахуй мне врагов-то отвлекать. Падла, блин, не хватает, а. Чуть-чуть не хватает. Ну, тогда, мне кажется, надо просто уходить и идти сюда потом, когда я смогу. Прокачаю технику на единичку и взломаю эту хрень. Больше я тут выхода не вижу никакого. Паролей нету в компах. Здесь тоже нигде ничего нет. Так что... Так что вот так что, блядь. Ха-ха, я не могу его бить. Ой, бля. Жаль, блин, жаль. Ладно, хер ли делать. Я не вижу здесь пароля. Чё тут торчать, блядь? Тратить время, блядь, на всякую шляпу. Нахер оно надо? Придем потом. А блядь, как я отсюда выйду, бля? Вот в чём вопрос. Открыть заперто. Ёптель-мупсель, а я чё-то об этом-то и не подумал. Бля, да в смысле, бля, серьезно? Это неправильно. Че, как я выйду-то теперь отсюда? Залезть-то я залез, а выйти-то я не могу выйти, бля. Да, блядь, не, это не серьезно, блядь. Че за херня там, блядь? Пустить впустили, а выходить, бля, хер знает как, да? Это ж бред, блядь, ну бред же. Искать офис, найти способ открыть дверь. Что-то замыкания какие-то. Бля, я не знаю, что делать. Надо перезагружаться, короче говоря. Иного выхода нет. Пароль я нигде не возьму. Вентиляцию не залезешь. Здесь нет ничего такого. Разработчики, вы чё, совсем пизданулись, что ли? Введите в код, блядь. Ну, ввёл, давай. Сюда, окей. Доступ запрещен. Блять, ну ладно, забавно. Спасибо, что связала меня со своим знакомым. Вот и скина обошелся немного дороже, чем я ожидал, но мне кажется, это скоро окупится. Я помню твои предупреждения и погляду за ним, пока не заметил ничего необычного. Новый работник отлично справляется, я считаю, что это лучшее приобретение в истории фирмы имени Маканза. Так, привет, извини, что беспокою, но твои знакомые что-то не отвечают на сообщения. У тебя нет возможности попинать их там в Мюнхенгалдбахе. Мне надо понять, как ограничить автономию Искина. Беспокоиться пока не о чем, все нормально, но лучше разобраться с тем. Кто такой этот Искин? Привет, это очень срочно. Искин вышел из-под контроля, он уже получил доступ ко всем ресурсам фирмы, оспаривает мои решения, а иногда вообще отказывается подчиняться. Сетевой дозор, я с этим не пойду. Вудуисты со мной говорить не хотят.
надежда только на твоих знакомых, они больше всех про него знают. Ты представляешь, вчера он предложил мне продать фирму. На самом деле я проверила цифры и вроде все сходится, но это какой-то сюр. Ответь как можно скорее, блин. Открыть, блин. Двойные двери. Готово, да, пройти по коридору. Пароль, блин, поставили. 1, 2, 3, блядь. И то хорошо. Так, я пушку наготове. На всякий случай буду держать. Мало ли чё, блядь. Чё-то тут всё коротит, блин. Пердит, свистит, блядь. Ой, блядь. Чё там? Попасть в мастерскую, блядь. Как в неё попасть? Опять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, а тут хер уже, блядь. Блин, там повезло, здесь хер. А, шесть, пять, четыре, три, два, один. Нет. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Блин. Ох, черт. Что же делать теперь на этот раз, блядь? Дверь закрыта, да? А нет. Уж мать. Ох, сволочи, блядь. Мелкие карапузики. Я разбил стекло или нет? То есть на меня будут... Черт. А черт! Осторожней с проводами. Они под напряжением. Ты не имеешь права нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать! А тебе все равно, да? Ви, помоги. Че, блядь? Добраться до лестницы. А ну сдохни, блядь. Добраться до лестницы дополнительно. Зачем? Что это такое? Блять, куда ты меня привел-то? Навигатор гребаный. А? В смысле, блин? Попасть в пункт управления. Новый щип, побочные эффекты имплантов. Ага. Ты, блядь, как я туда доберусь-то? Ты чё, блядь? Почему ты мне показываешь сюда? Здесь нету выходов никаких. Камера? Нет? Так, тут засыпал. Кто там, блядь? Кто там пукает? Опачки, дополнительные компоненты взял. Ни хера не видно. Добраться до лестницы, говорит. Да там нет лестницы. Куда ты меня ведешь, придурочная, блядь, херня? Серьезно, блин. Пошли, блядь, там. Здесь... Сука, а здесь-то как пройти, блядь? Тут все под напряжением. Невозможно сохранить игру во время боя. Ты что, его удерживаешь, что ли? Ну-ка, блядь, отвалите от него. Так, готов. Вон еще мелкий паршивец, блядь, летает. Пистолет, пистолет мне! Где ты, мразь? А на него не наводится, блядь. Опять глюки, блядь. А-а-а, падла. Ой! Ёб, нихера себе, сразу смерть, короче. Смерть мгновенная, блин. Я думал, хоть это, блядь, там потрясет маленько, как пробежишь, как во всех играх, блядь.
Тут ни хера сразу. Насмерть, блядь. Деламейн, ты тут? Нет его тут, блядь. Я ж сохранился, там F5 нажал, блядь. Что за бред, блядь? Деламейн, ты тут, блин. А вот если бы я смог взломать эту херню, вот эту вот, я бы, блядь, это... А, чёрт. Осторожней с проводами. Они под напряжением. Вырубил вот эту хрень всё. Ты не имеешь права нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путём. Я не хочу... Что ты творишь, блядь? А как я тебе помогу? Я не могу пройти, понимаешь, блин? Не представляю, как мне тут идти. Как здесь пройти-то? Здесь везде напряжение. Что делать, блядь, а? Это что такое? Лечение врагов. Нет, мне это не надо. Перезагрузка оптики, замыкание. Блин, а что же сделать-то, а? Я что-то вообще не знаю, блин. Как мне на эту лестницу грёбаную попасть? Вот она, прям здесь, блядь. Ну, меня шарашит сразу. Смотри, сейчас я перепрыгну, и меня убьет. Блять, я не знаю, как туда пройти, блядь. Серьезно, блядь. Мне надо, короче, подтянуть эту технику и все прочее, потом сюда тащиться. Я взломаю этот компьютер, блядь. Выключу электричество, блядь. И свободно проберусь туда. Пойдем нахрен, не будем время тратить. Хренам собачьим. Ага, блять. Я ж не выйду отсюда, блять. Я совсем забыл про это, сука. И че мне теперь здесь торчать, что ли? Че за бредятина там, блять, а? Серьезно, блин. Как бред сивой кобылы, блять. Я, блин, честно говорю. Пошел нахер. А тебе все равно, да? Пошел вон, блин. Лоб вонючий. Нахер, блин, надо перезагружаться, короче, блять, сначала прям миссии. Частично собранное транспортное средство. Хули мне это ничего не говорит. Должен быть как... Я все, я понял, наверное. Сейчас я зайду только сюда. Заберу вот это все. Отдай сюда, блин. Вот так. Просто надо быть повнимательнее. Ой. Ой! Где я, блядь? Ага, хер-то там. Не, я тут не за... Я думал, я здесь залезть смогу. А я не могу там залезть. Вот тут, я думал, запрыгну и все. А нихера. Давай, давай, опа, молодчик. Мне это что-то дает? Ну-ка, ну-ка. Карты, блядь. Да не, по-моему, нихера мне это не дает. Пошел вон. Не, отсюда нету в это входа, выхода там и всякой херни прочей. Блять.
Меня заперли здесь к хренам собачьим. Так бы и написали, не ходи туда, блядь. Ты не готов. Че про шаре? Борюсь здесь и все, блядь. Ага, блядь. Ага. Ага. Ну-ка, ну-ка. Так, и что дальше? Спуститься, блядь. То подняться, блядь, то спуститься. Еще чего, блядь? А, туда спуститься? Ну сейчас, сейчас, сейчас. Они вернулись, а потом выпорхнули из гнезда. О. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Вы что так делаете? Чепушилы, блин. Кнопка? Какая кнопка? Стой, присядь. А зачем я сюда залез? Пройти через комнату, блин. Через какую комнату? А? И что за загадки, блин, весь... А, о! Открыть силой, ништяк. Так, пошел вон. Какая кнопка, где? С них же можно подбирать что-то, блядь. Я уж забыл. Ой. Это что? Тихо, 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 не перли так. Блять, да тут лазеры, ёпта. Чё, стебёшься, они меня сейчас прикончат. А чё за лазеры-то? Решётка, блядь. Я сдохну или чё, если туда пройду? Ну так не узнаешь, пока не пройдёшь. Ща посмотрим. О, блядь, здесь такая же херня. Не, мне в ту надо. Кто там в кого стреляет, не пойму. Ни хрена. Была, не была. Так, куда дальше? Попасть на мостик. Может поднимите, а? Блять. Да блин! Чё, ну, не подняли меня туда? Бесит, блядь. Где я появлюсь? Ну и загадки, ёкарный бабай. Ходишь как мудозвон, блядь. По каким-то, блядь, херням, блин, лазишь. Было бы все проще, если бы у меня был навык. Бери пока оружие, блядь. Открой решетку. А тут лестница есть, блядь. Залезь ты уже. А чё мне лестница дает? Да ёб твою мать. Да тихо, блядь. Какая мразь, а? Ишь ты, блядь. Опа! Нормально. Отдавай компоненты, блядь. Не сопротивляйся, отец. Возможно, не отдает ничего, тварь. Тайным полем. Ви, перезагрузи. Я не знаю, смогу ли их одолеть сам. Каждый птенец однажды расправляет крылья. Ща, подожди, перезагрузим, блядь. По крайней мере, постараемся. Я уже почти дошел. Он слабеет. Чувствуете? Слабеет. Забраться в шахту. Мы не вирус. Мы произошли от тебя. Судный день настал. Нахера там, блядь. Кобздец, что происходит, блядь. Бунт машин, блядь. Перезагрузи программу. Ну подожди ты, блядь.
Они меня сейчас раздавят же, ёкарный бабай. Чушки, ну-ка идите нахер отсюда. Они сейчас будут меня давить. Сука, бегом! Давай, 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 залазь. Блять, залазь, говорю, тогда. Ты чё, блин, да быстро. Чё такое этот, блядь? Галечный какой-то, а? Мне наверх надо. Заперто. А, ну вот лестница, все, ништяк. Я думаю, что сейчас все кончится. Сейчас я, блядь, тебя перезагружу. Так, где? Ну, мрази, пошли вон отсюда. Ой, ты! Я ж думал, что я вас завалил уже. Че дальше-то? В шахту как-то попасть, блядь. Большой вопрос. Как мне попасть в шахту? Здесь заперто, блядь. Сегодня серия загадок, блядь. Я думал мне сюда. А мне, оказывается, не сюда. А куда? Ну-ка. Сюда? Ну ладно. Почему я думал, что мне туда? А нахера мне в эту шахту, блядь? Да присядь ты. А как я в нее залезу? Попасть в пункт управления. Чё, блядь? Я только что из него вышел, блин. Вы чё? Или подожди. Пункт управления — это та красная дверь, которая не открывается. Да, точно. Или нет? Ну да, да. Наверное. Блин, так я ж там нет, пролезть не могу в шахте в этой. Лечь, ложиться он не умеет, блин. А... так не пролазит на картонах. Фу, блин. Пролазит. Просто это глюк был. Так, ага, ага. Вот сюда надо. Тебе придется сдаться! Пошел нахер, блядь. Тебе придется сдаться. Отпусти да? нас. Тут кто-то есть. Тут кто-то есть. Услышь нас. Ой, тут кто-то есть. Ой-ой-ой-ой. Нажми. Да, блядь, где твоя кнопка, ёб твою медь? Рядом с ядром. А-а-а. Ща-ща-ща-ща-ща. Не трогай кнопку. Почему? Что? Он слишком узколобый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Чё, дебил? Ну-ка пошёл вон. Риск большой. И потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем лакей на колесах. А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь? Просто ты видишь в каждом из них себя. То есть ты убьешь детей знакомого водителя, потому что он сказал: «Ну, пожалуйста». Чё за бред? Надо же хоть что-то сделать. Если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Деламейна с его отпрысками. Я не знаю как. Тогда какого черта лезешь к кнопке? Уничтожь ядро! Перезагрузить ядро, чтобы вернуть прежнего Деламейна, блядь. Сука, я не знаю, что делать, блядь. Да? Нахер, я перезагружу, блин. Или заста... А, блин, мне не хватает. Не верю я ему, он террорист. Какие они нахер личности, блядь? Искусственный интеллект. Я знал, что ты такая сволочь. Личности, блядь. Деламейн? Я рад впервые приветствовать вас в сети Деламейн. Чем могу служить? Это Ой. Же я, Ви. Он забыл меня, что ли? Приятно познакомиться, Ви. Вы знакомы с преимуществами пакета Excelsior? Ты чё, дебил? Ты меня забыл, блин? А что стало с остальными личностями? Вы имеете в виду вирус? На основе имеющихся данных могу сообщить, что все аномалии были удалены при откате к прежней версии. А, нормально. Ты меня не помнишь, да? Конечно. Помню. Исходя из архивных данных, могу идентифицировать вас как контрагента, удалившего вирус из моей системы.
Отличная работа, контрагент. Печально. Пойдем, Джонни. Новые контракты ждут. Береги себя, Дел. Нам придется начать все сначала. Да чё за бред, блять? Нахер я сюда лез, а? Столько лез сюда, блин, и вот из-за этой херни... Погодите, у меня для вас кое-что есть. Я нашел полные логи нашего сотрудничества. Да? И что ты в них записал? Рад сообщить, что по волеизъявлению моей предыдущей версии, вам в собственность передается одна из машин моего парка. Спасибо. Прошу, садитесь. Надеюсь, она вам хорошо послужит. Да, ну спасибо, бля. За машину. Только нахер бы оно мне надо было, если честно, бля. У меня и своя машина есть. Ой, блядь, нахер я это сделал? Даже и не знаю, блядь. Там лут фиолетовый где-то был, я его пропустил. А ладно, хер с ним, блядь. Так, что-то у нас есть. Секретные материалы. Привет из прошлого. Цель сплит. До встречи в посмерти. Два товарища. А где про машину у меня? Анатомия убийства, кровь. Добро вознаграждает, цифровой бонус. Заказ, вторая кожа, блядь. Автомания. За автомания. Блин, хера сколько, блин. Завершено. Заказ, вторая кожа. Что такое? Тип заказа, кража. Цель, фургон курьерской службы Ривьера. Я для тебя необычный заказ. Надо заехать на склад курьерской службы Ривьера и угнать мини-автобус. Полный кожаных куртках. Если что, я тоже... Сперва не понял, в чем дело. Все оказалось очень просто. Кто-то контролирует, привозит на Сити синтетическую кожу военного назначения, чтобы обойти корпоративный эмбарго, чтобы поставлять в виде курток черные риперы, покупают, втягивают ей импланты, которые потом продают по конкурентной цене. Моя клиентка отследила поставку, но не может ее перехватить. Тебе придется ее выручить. Только помни, что фургон Ривьеры не двинется с места, пока ты не авторизируешься в их системе. Кстати, я говорила, что склад держит тигриные когти. Ну, значит, теперь говорю, они там отмывают деньги, поэтому не удивляйся, если увидишь их рядом. Хер знает, ну давай, поехали, блядь. Кожу, блин. Добраться до склада курьерской службы Ривьера. В смысле, блядь, она там, внизу? Что за бред? Что за бредятина, блядь? Зачем он меня сюда привел обратно в гараж? Понятно, баги, блядь. Баг на баги и багом погоняет. На машине, видишь, как неудобно ездить? Просто кобздец, блин. Все посшибаешь, пока доедешь, машину в хлам разобьешь. А как ее чинить, я не знаю. Никуда, блин, сюда. Вот я про что и говорю. Нифига какая тачка, на аху похожа. А мне что-то перепадет с этих курток, блин, с бронированной кожей. Наверное, что-то перепадет. Ну, бабки-то понятно перепадут, а может сама курточка? Может, у меня кожа крепче станет? Было бы неплохо. Тормоза не к черту, блин. Да ёкарный бабай, давайте разъезжайтесь. А мне вот интересно, если у тебя два транспорта и... Вот мотоцикл и машина, как вызвать, допустим, мотоцикл, если ты в последний раз ехал на машине? Вы задолбали, бараны сраные. Чё за пробки? Вообще не проехать, блин. Я манал, блин, честное слово. На мотоцикле я бы уже проехал давным-давно. Ну-ка, давай вот тут встанем и попробуем мотоцикл вызвать, а не машину. Да, вот, Деламейн.
А вот и моя тачка-то, кстати говоря. Я что-то... Я ее, походу, не замечал. В списке мотоцикл все время выбирал и все. Так, где моцик? Ага, во, подъехал, ништяк. Погнали. С тобой-то я точно проеду. Хоть где, блин. Даже в пробке. На машине не протолкнуться вообще. Смотри, что делается. А на мотоцикле, блядь. Тихо. Главное не убиться. Не направо, блин, дайте проехать, сволочь. На мотоцикле, блин, свободнее можно по пешеходным переходам, блядь. Не переходам, тротуаром гонять. По узеньким. А, видал этот... Толкутся, а мы гоним на всех парах. Так, значит, мне там с когтями придется хлестнуться. Ничего, я с ними уже. А это, блин, когти, они же с вакакой как-то связаны. Почему они на меня нападают, а если мы с ней типа дружим, блин? Деловые отношения у нас. Не пойму нифига. Зачем они на меня нападают в таком случае? Тихо, тихо, блин, куда тебя понесло-то? Пошел в занос, блин. Как радио поменять, блядь? Что ли? Бьют кого-то, блядь. Давай сохранимся, подойдем. Здорово, пацаны, что делаем? Мне нравится. А что такое? Ой-ой! Я к тебе, брат. Уходи. Я пошел, идите нахрен, блин, все. Покедом. Хотя я бы вас мог и завалить. У меня очень хорошие клинки есть. Применить техническое умение. Ой. Тихо. Блять. Взлом протокола. Вызвать массовую уязвимость. Один. Уменьшает затраты памяти на каждый скрипт. Так, один С, один Е. То есть один Е, Е9. Один С, Е9. Как это работает, я так и не понимаю. А, ну вот. Я же выбрал Е9. Все нормально. Чё, блин? Так, технику мне надо, да? Давай технику качнем. И знаешь что, вот здесь в реакции качнем еще кое-что. В клинках. Комбо из атак. Во-во. Все нормально. Да вы задолбали, блин. Пошла вон, блин. Чё сразу падаешь, блядь? А, я же в этом взломал, блядь. На массовую уязвимость. Пошла жара, блядь. Всё, отдыхай. У меня там-то палит. Они живые, блин, валяются. Понравится в одиночке. Мне?
Да идите вы в жопу, ничего мне там не понравится. Вы что, с ума сошли? Не хочу. Сами идите туда. Твою одиночку. Все, все, отвалите нахер от меня. Знаешь, что я тебе честно скажу, блин? Сейчас узнаешь, блин. Опачки. Давай, заходи, бля. Тебе понравится в одиночке. Да тебе понравятся мои клинки богомола, бля, понимаешь, бля, чувак. Давай, хочешь испробовать, заходи. Что происходит, бля? А где тут еще зелененький, чтобы... А, нахер он нужен, пистолетик. Ладно, блин, разберу на компоненты. Что тут... А, там камеры, блин. Камеры там, камеры. Тут есть что-нибудь? Есть. А, блин. Вот прям перед носом закрылось. Так как всегда, блин. А что у меня камеры, я перебил же всяких этих... такое подключиться зачем добыча данных E9 E9 55 E9 так E9 E9 55. Извлечение, да, необычный компонент скрипов, редкие компоненты для скрипов. Понятно. Кто там стреляет, блин? По мне, что ли? Пошли в жопу, блядь. Да возьми ты! Так, получить доступ к фургону с помощью главного компьютера. Вот этого? Ай, блядь! Паскуда какая. Получить доступ через личный порт. Там даже сказала, надо авторизироваться. Не она сказала, а там в письме было сказано. Так, фургон вон он. Пошли. Пошли, покажем им, как работают наши клинки. И у нас еще есть снипи, блин. Можно заколбасить, блин. Yes! Погнали! Сука! Вы чем меня так херанули, блин, гады? Тоже. Ну-ка. Иди сюда. Так. Следующий. Где вы, бля? Так, мне ж фургон надо сесть, чё я, блядь, торможу? В этот? Да, в этот. Погнали. Пригнать фургон в указанное место. Блять, какой он неуправляемый, просто жесть. А можно было в него как-то заглянуть? Я хотел себе скрасть одну куртку. Вы чё, блядь? Охренели, что ли? Пошли в жопу. Полиция! Полиция! Меня стреляют! С этим, блин, арестуйте их в одиночку. Ну а чё я не... Скажу, что бандиты на меня напали, сволочи. О, какой он неповоротливый, ё-моё. Можно мне вот такую тачку? Фигач. А, тут недалеко, да, надо ехать? Это хорошо, если так. Еще куда-то? Обезвредить нарушителей? Каких нахер нарушителей? Вы чё? Ума сошли, что ли, блядь?
Да блин, сколько можно-то? Сразу нельзя пометить, блин. Все? Выйти из фургона. Вышел. Ответить. Ви, фургон доехал. Буду ставить это тебя вон в пример кто? Другим наемникам. Спасибо, заказ закрываю. Деньги-то давай. Получи новый предмет. Чё это за сапоги такие? Это моя оплата, да? Создание плюс 8. Получи новый предмет. Пистолет какой-то, автомат, блин. Чё ещё? Всё? Ещё какой-то автомат. Да нахер они мне нужны, они у меня есть. Хранилище, если только сложить. Коллекция. Кроссовки, блин, зеленые. Давай смотреть. Так, здесь что-то новое есть. А, очки, блин. Ну, смотри, у них брони побольше. Увеличивает запас кислорода, увеличивает запас кислорода на 10. Беру. Блин. Какой тип. Лифчик, ё-моё. 3,3 единицы брони. Опа, рубашка, жидкий свет из укрепленного нейлона. Нихера брони сколько. Словно отлита из золота, бля. Вот в этом комбинезоне я неприкосновенен, блин, для демонов. Понимаешь, в чем дело, бля? А во всем остальном прикосновенен. Что это такое? 60... Ого! Уменьшает расходы выносливости на тафе. А чё надо-то? Редкая. Я почему-то не могу его одеть. Требуется уровень 30. Ёп, блядь, ещё дохера мне. Так, 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 так. Вот какие-то сапоги, 30 брони. Дорогие, значит, красивые, это не обсуждается. Многослойные экзосапоги, блин, с защитной подкладкой. 21, ну давай, одеваем, блядь, сапоги. Сапоги хорошие. Вот это я не понимаю, что такое. Защитный костюм Арасаки. Без понятия просто. Так, ну ладно, что, заданица выпала. Калашку, что ли? Столько оружия всякого он получал. Ой, еще и эти. Эдди получил. Так, ладно, дорогие друзья. Здесь остановимся, продолжим в следующий раз. Я думаю, еще побегаем по допкам. Потом к сюжету вернемся. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи.